Сегодня 23 января. Это уже не смешно. Вышла во двор посмотреть, как дела. Между этими сугробами я не вижу, где наша машина. Вот этот, что ли, сугроб. Кошмар какой-то. У нас навеса еще нет. Мы готовимся. Вот муж поставил столбы. И мы хотим сделать навес. Но сейчас навеса над машиной нету. А навеса нет. И вот такая история. В общем, проклятые глобалисты испортили на планете Земля погоду. Прокопала вот такую вот дорожку. Появилась немножко машина. Так, сейчас покажу, какое количество снега. Так, вот видно, вот, почти по пояс, вот снег, вот пояс. Так, копать еще и копать. Ой-ой-ой. Дошла до двери. А как откапывать дверь, я не знаю. Но это просто что-то. На улице 0 градусов. Ой-ой. Ой-ой-ой. Наверное, этого делать не надо. Сейчас все упадет сюда и будет еще больше снега. Вот такие вот на столбах кругляки. Ой, да-да-да, снежный плен. Вот, откапываемся. Не знаю, будет толк или нет. Только откопаешься, а он опять... Снег-то насыпет. Для нас такой снег тоже удивительно. Удивительный. Хоть мы и жили в Сибири, но Сибирь-то она разная. Вот, например, Иркутская область рядом с Улан-Удэ. В Иркутской области много снега. А в самом Улан-Удэ снега почти и не было. У нас бывало, что и на участке-то одни кочки торчат, а снега не было. У меня подруга живет непосредственно на берегу Байкала в Турке. Люда Купцова. Людочка, если меня смотришь, привет-привет. Ты жаловалась, что всегда у вас очень много снега, и ты его откапывала. Ну, тоже дорожки такие прокапывала. Теперь посмотри, что у нас творится. Снежный коллапс. Ну вот, откапываемся. Вот такой вот слой на машине, хотя я вчера снимала этот слой 2 раза, наверное. И еще вон сколько навалило. И идет снег, не переставая. Вот он все идет. Мокрый. 0 градусов. И что, дороги, Вова, это автобусы не ходят? Нет, я видел. Одну штуку. А чистят дороги-то? Ну, там... центральная прошел грейдер. Грейдер? Ага. А. Ну, здесь-то у нас все. Вилы. Угу. А эти-то протоптанные тропинки. Собачьи тропы набиты, конечно. Гражданами. Какой по пояс? Тут скоро по шею будет снега.